Sabotaje. Я закончу с Тодбетом. Нет, не начинай с этими глупыми именами. Есть идея, что это за атака, Джереми? Нет, но с небольшим количеством удачи я узнал бы это быстрее. Вот да, когда приходит Тодд, Зена отступает. Эй, я так не играю. Что происходит? Не знаю, я не могу пошевелиться. Я сейчас. Суперсплит. Джереми, у нас проблема. Я не понимаю. Норберт, ты же не станешь. О, нет. Аэлита, я попытаюсь проложить тебе путь. Краб тоже завис. Иди. Браво, Элита. Элита. Кот. Лёка. Это было действительно странно, как будто все вокруг зависло. Я не знаю, что могло произойти, может быть, это было нападение Зены? Он нашел новый способ? В любом случае, это не главная наша проблема, потому что твоей главной проблемой был Норберт. Я собираюсь провести несколько плановых проверок, чтобы убедиться. Идите без меня, я догоню. Я могу съесть твою порцию? Супер, сегодня меня ждет пастуший пирог. Да, а еще сегодня инспекция комнат мальчиков. Не задерживайся, Джереми. Я недолго. Нет, Киви, вечером ты останешься здесь. Я не хочу, чтобы Джим нашел тебя, мой маленький песик. Я напоминаю вам, что комнаты должны быть безупречны. Содержание вашей комнаты в порядке и чистоте – это правило гиги... Киня... Как это называется? Кинематограф? Да нет, не то. В общем, это одно из условий хорошего сна. Вот почему человек не может быть счастлив. Потому что мы очень плохо спим. Начинайте сейчас же. Где Бельбоа? Он в туалете, сэр. Что, все это время? Пастуший пирог — это проблема. Что же это такое? Ого, становится все страннее. Ничего себе, это саботаж. Кто-то был здесь.
О, нет. Саботаж? Это был Мишель Райли, одержимый Зеной. Вот что это за атака была вчера, и ошибки, которые нам мешают, были вызваны потерей мощности суперкомпьютера. Кошмар, ты можешь это исправить? Да, но я должен спешить, в противном случае у нас серьезные неприятности. Что ты имеешь в виду? Это просто повреждена внутренняя схема. В настоящее время квантовые байты разрушаются один за другим. Потеря мощности будет все больше и больше, пока... Стоп, скажи с ней, сколько у нас времени? 3 часа. Ты уверен, что все будет полностью уничтожено? Практически, я уже потерял много мощности. Я даже пытался запустить возврат в прошлое, безуспешно. Мне нужно взять оборудование в моей комнате, и я вернусь. Найдите оправдание для учителей. Я должна идти. Шарден поведет нас на выставку. Держите меня в курсе. Хорошо. Бельпуа? Бельпуа! О, нет, проверка. У тебя было время убраться в комнате? Ты имеешь в виду на прошлой неделе? Я искал тебя вчера вечером. Мне осталось проверить только твою комнату. Пошли, прямо сейчас. Так ты не можешь есть паскучий пирог? В чем это он? Забудь. Как ты объяснишь этот беспорядок? Ну, это моя комната. Непримерный ученик, тебе должно быть стыдно за себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока не приведешь ее в идеальный порядок. Ты слышал меня? И что это такое? Компьютерные журналы. Наш Эйнштейн настоящий гений. Но, ну что вы делаете здесь все трое? А мы поможем ему с уборкой. Вы шутите, займитесь своим делом. Живо! Джим точно не выпустит Джереми, пока он не закончит с уборкой. Да, через 3 часа. И суперкомпьютер, прощай. Может быть, я смогу попытаться это исправить. Вероятно, Джереми для того и дал мне эту коробку. Ты это сделаешь? Я постараюсь ограничить ущерб. Во всяком случае, у нас нет выбора. Идите на уроки и скажите, что мне стало плохо из-за пастушьего пирога. Ладно, удачи. Мистер Шарден, где сейчас автобус? Он вообще не приедет. Давайте пойдем пешком. Искусство требует жертв. Прием, завершайте миссию. Вы не видите, что у нас на хвосте F4 фантом? Сэр? О, да. Что вам надо? Кажется, один из студентов не прошел проверку комнат. Можете ли вы рассказать нам об этом? В мою задачу входит сохранение анонимности студентов, особенно когда речь заходит о Джереми Бельпуа. О нет, Зена пошел в атаку. Мистер Моралес, я закончил. Сойдет? Я могу идти? Нет, башня. Аэлита? Да, хорошо, мы идем. Я предупрежу Юми. Пошли, башня активирована. Дышите глубже, нет ничего лучше глотка свежего воздуха перед посещением галереи. Да, что такое? Какой зал музея ты бы посетил первым? Импрессионизма или поп-арта? Сувенирную лавку. Я могу купить что-нибудь для Юми. Что бы ты хотела, Юми? Как всегда, исчезла, не удосужившись ответить. Должно сработать. Как думаешь, Айолите удалось починить компьютер? Мы скоро узнаем сами. Эй, в чем дело? Айолите!
кто взял спрей от сорняков? Ну ладно, можешь идти. Спасибо, сэр. Эльпа, а ну вернись! Да, Джереми, я сделала, что могла, но я не знаю. Другие? Нет, не отвечают. Ладно, поторопись. Вот, попробуй освободить мою руку. Я не могу освободить даже свою. Вот они. Очень подходящее время. Подожди. Осторожно, Эйнштейн, координация или твой конек? Прекрасно. Олли, присоединяйся к Элите и постарайтесь отключить башню. Быстро! С остальными. Джереми и Од застряли, придется обойтись без них. Юми еще нет? Нет. Уиллих, тут то же самое. Чертовы корни заблокировали путь. Нет, не ждите меня. Я... Юми! Нельзя терять время, Элита. Юми в опасности. Ладно, я запущу программу отложенной виртуализации. Компьютер, ты починила его? Нет, но я сделала все возможное. Пошли. Пошли. Мы будем выбираться? Как мы уже говорили, ты ничего не сказал. Это проблема. Подожди, я думаю, у меня есть идея. Замечательно, расскажешь? Нет времени, по моему сигналу вырывайся изо всех сил. И это твоя идея? Я мог бы так же. Доверься мне. Как я устал это слышать. Ладно, два тарантула — это не конец света. Прибегнем к силе? Есть другое предложение. Люк! Не знаю, как тебе, а я... Россия черно-белый, попробуем сражаться по старинке. Что-то в этот раз не так. Нет, только не сейчас.
Класс. Что случилось? Ничего особенного, монстры также являются жертвами ошибок, хоть в этот раз честно. Сигнал? Немного... Сейчас! Скорее уходим отсюда! Иди к сканерам. Есть, сэр? Как думаешь, сколько у меня очков жизни? Наверное, меньше, чем у меня. Точно, вам лучше осматриваться. Джереми, ты здесь, отлично. Вот идет на помощь. Сканер рот. Виртуализация. Расстроение. Молодец, Элита. Ладно. У тебя есть что сказать, прежде чем нас девиртуализируют? Лазерная стрела? Да, что-то вроде этого. Рад видеть тебя, Од. Ладно, хоть под одеждой не щекочет. Теперь отправляйтесь в путешествие. Забирайся, принцесса. Помогите. Извините, суперкомпьютер теряет все больше и больше мощности. Вам придется продолжать пешком. Джереми, у меня не было времени, чтобы закончить ремонт. Я видела, Элита, ты сделала огромную работу. Я закончу сам. Делай это быстро, ошибки становятся более многочисленными. И до сих пор никаких новостей от Юми. Я сделаю все возможное. Это уже мега неприятности. Готово. Должно получиться. Нет, это совсем нехорошо. Эйнштейн, дело совсем плохо. Мы шагу сделать не можем из-за этих ошибок. Ну что ж, мне просто нужно все перезапустить. Лучше поторопись. О нет. Что такое? Недостаточно ресурсов, чтобы перезапустить компьютер. Если бы башня была отключена, я мог бы использовать ее энергию, чтобы перезапустить систему. Мы не можем отключить башню, пока ты не перезапустишь систему. Может быть, есть способ? Я слушаю, какой? Уничтожить ледяной сектор. Наша Элита даже в худшие времена сохраняет свое чувство юмора. Ты ведь шутишь? А Элита — это безумие.
Джереми, это единственный способ восстановить энергию и избежать окончательного уничтожения суперкомпьютера. Если это произойдет, Лиока исчезнет вместе с нами, другого выбора нет. Это автоматически деактивирует башню. Она права. Иди, Аэлита. Когда я перезапущу систему, я не смогу рематериализовать вас. Все будет зависеть только от вас самих. Так, слушайте, Аэлита, за тобой Од. Од, ты стреляешь в меня. На счет три. Подожди, мы атакуем на счет три или сначала три, а затем мы атакуем? Каждый раз одно и то же. Нет, атака на счет три. Хорошо? Раз. Подожди, Аэлита, прицелься в меня, ладно? Од, хорошо, хорошо. Раз, два, три. Активированная башня исчезла. Запускаю перезагрузку. Три. Ремонт временный, но он позволит нам бороться с Зеной. Мы спасли суперкомпьютер. Хорошая работа, Элита. Си-Си не просто так называет тебя мадам Эйнштейн. Не забывай, это стоило нам ледяного сектора. К сожалению, теперь я должен найти способ виртуализировать вас непосредственно в пятый сектор. Да ладно, не беспокойся. До тех пор, пока сектор гор не тронут, у нас есть надежда. Да, но как долго? Я не пошаговое руководство в случае ошибок. Осторожно, ничего не трогай. Джим вернется сюда завтра утром для новой проверки. Ты что-то говорил? Забудь.